Абхазии. С погожим днем и с завершением первого тура выборов в парламент республики. Прежде всего хотел бы сказать, что наша делегация, наблюдателей за выборами в Абхазии от Государственной Думы России, конечно же, вчерашний день провела на избирательных участках. И знаю, следует ли это считать нашей недоработкой, или на самом деле, что скорее свидетельством хорошей организации избирательного процесса, но замечаний к выборам у нас на самом деле нет. Мы побывали на 18 избирательных участках в Сухуми, в Улилипском, в Чемчирском районе, в Новом Афоне. Мы знаем, что наши коллеги из Совета Федерации, из Общественной палаты, из Парламентского собрания России и Беларуси, Союзного государства России и Беларуси, были и в других районах республики. Мы с ними тоже контактировали. И при всей придирчивости и желании найти на обратной стороне вышивки какие-то узлы, мы этого не отмечаем. Обстановка, несмотря на вчерашнюю ненастную погоду, была очень спокойная, дружелюбная. Наблюдатели, которые присутствовали на каждом избирательном участке, кандидатов, все дружно в один голос утверждали, что никаких замечаний у них, никаких жалоб у них нет. Мы слышали, что на одном из участков, насколько я знаю, такие жалобы были, но мы, к сожалению, к счастью, там не были, не можем это комментировать. Знаем о предварительных результатах, которые, вот, насколько мне известно, были специально объявлены через некоторое время здесь, в пресс-центре. Мы не будем на себя брать роль людей, которые предвосхищают официальные итоги. Ну, я хотел бы в целом поздравить с тем, что выборы состоялись, несмотря, повторяю, ни на обстоятельства погодные, несмотря на тревожные дни, которые переживает Абхазия, я хочу это отметить вместе с Россией.